Хей-йоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Cat Quest. И в прошлой серии мы стали помощником кузнеца, и мы с вами освободили нашего короля от проклятия. Ну что, продолжим. Ученик кузнеца, принять. Жду не дождусь, когда мы сможем снова встретиться с Кошей. Пошли. О, она же нас нашла. Котятки, вы как раз вовремя. Мы всегда рады помочь, сердечко. Мне нужно доставить еще одну очень важную посылку, прежде чем я смогу продолжить работу. Отправляйтесь в магазин в Католице. Клянусь своим хвостом, в этот раз все серьезно. Это очень важный груз. Окей. Бум, бум. Готово. Так, Католица, давайте с этой стороны. Так, тук-тук. Мы приехали забрать посылку для кошелатки. Ай, беда, беда! Огорчение. В лавку ворвались бандиты и украли посылку для госпожи Латки. Да вы издеваетесь? Если это и правда были бандиты, то они наверняка прячутся в бандитской пещере. Далеко она? Не очень. Ну, все равно как бы далеко. Сохранился я. А у кузнеца не сохранится. Окей, сохранится ранее. Кто знает, что может произойти, ведь так? Хотя я не думаю, что там будет так уж сложно. Так, здорово. Ты же тот самый Дабакот. А ты знал, что? Вход в темный лес. Кто за моей спиной? Строго воспрещен. Убирайтесь, брысь. Окей. Бандитская пещера. Слушай, с этими бандитами пора покончить, мяу. Мы сотрем их с лица земли. Всех до единого. Погнали, 10 уровень. И пойдем по этой стороне. Я угадал в сторону. Так, опять я не знаю, что для него было лучше. Похоже, это было мало. 3 урона. Мало. Урок, урок. Да, все-таки была магия. Ну, дает опыта приличный уже, 98. Эй, ты. Готов. Так, монетка, монетка, водички. Монетка, нет. Ой, достал. Ух. Повезло. Так, а здесь пора юзать магию. Готово? Буду узнать, как грабить нашу кошу. Да, похоже, кошачьи посылки тут нет. Кошины. Только бесполезные блестяшки. Эх, придется снова возвращаться ни с чем. Ну, а что за блестяшки? И снова золотой сундук. Нет, похоже, чтобы открыть этот сундук, нужно золотой ключ. Золотой я говорю, потому что сундук золотой. Эх. В принципе, можно накопить денег и купить тот сундук у Коши за 5000. Почему нет? Коша, Коша, я пришел. Прости, Коша. Но и эта посылка была украдена. Нет! Там же был последний эпизод «Настырных мертвецов». Это же мой самый любимый сериал. Теперь я никогда не узнаю, погиб Глен или нет. Прости, мы еще не готовы для таких серьезных заданий. Ничего, я переживу. Но есть и хорошие новости. Броня почти готова. Вот вам за труды, котятки мои. Задание выполнено. Окей. А кузнец путешественник, 20 уровень, возьмемся. Чего сидим, кого ждем? Коше опять нужна наша помощь. Броня почти готова, осталось завершающий штрих. Коша, для тебя все что угодно, сердечко. Мне нужна одна особая руда, но добыть ее можно только в одной пещере, очень далеко отсюда. Я отметила место на вашей карте. Давайте, не заставляйте девушку ждать. А, она ж в той стороне, нихера себе, окей. Почему-то мне хочется в ту сторону пойти. Скорее всего, к дракону, одолеть его. Окей.
Да. Закрыть. Так, какое-то королевство. Ой, сколько здесь баранов. Готово. Ой, я сейчас еще и опусти. Да? Здорово. Лучший боец днем, лучший спаситель ночи. Это Яу. Спасатель. Ты же знаешь, что перемирие между котами и псами Канинской империи может закончиться в любой момент. Война может начаться в любой момент. Рау, ненавижу собак. Погоди-ка, тут на земле порванная записка. Старый Мурзах захапал руду для Боуса. Тащим ее к озеру Филингарда. Встретимся на месте. Филингард — это где? Интересно, а легкие задания вообще бывают? Пошли догоним этих рудограбителей. Браво. Ну, тут же пустая пещера. Она так и говорит, зайди в меня. Я не совсем пустая. Ой, там много монстров. Ой. Не лучший враг. Особенно в такой ситуации. Оп. Как ты вовремя, ап? 48 дамага с молнии. И это очень сильно. А, да. Почему бы не атаковать? Да ё-моё, сдохните. Ладно, эти не очень сильные. Да? Да. Фух, чуть не... Один страл. Ой, я ж не поспал. Или поспал? Я уже не помню. Роуч. Он лучше моего? А, он же нам не одет, точняк. Кузнец-путешественник. О, воу. Ух ты ж, ё-моё. Издеваешься? Нифига там было. Всего понемножку у него. Эх, черт. Так вы видели, сколько он мне урона нанес? Это ж жесть. Он почти меня ваншот. Окей, остался один баран. Ух, пещера. Шлемак. Бросовый шлем. Фу, готово. Очищено. А теперь, я думаю, время отправ... Блин, даже если на врага сейчас пойду, я же солюсь. Окей, сейчас все попробуем. Во. Ага. А ты смотри, какой. Почти убил, можно сказать. Тихаря словил. Черт. Западный лапс. Поспим. Сохранимся. Наверное, оно только пришло. А мы уже задание с кузнеца почти выполнили. Путешественник кузнеца. Теперь я заюзу свои ноги. Так, нельзя уйдет. Эй, ты! Готово. То есть эти родограбители тоже бандиты? Совпадение? Не думаю. Смотри, он обронил еще одну записку. Я переправил руду через озеро к месту выгрузки. Большой чип. Сказал, что сохранит ее, пока не вернется Боус. Окей, погнали к этому Боусу. Блин.
Да что тогда из атака пистолета? Сороковой уровень. Так, рода тут нет. Стой, ты слышал? Что это за шум за деревьями? Опа! Они заподняли это. Уф, пронесло. Ого, посмотри! Эти бандиты не несли... А, эти бандиты и несли нашу руду. А, это же полная пригоршня особой руды. Пригоршня. И опять какая-то записка. Какой-то. Теперь, когда у меня есть и сериалы, и руда, я, вожак бандитов, наконец-то смогу признаться в любви к ошеладке. Теперь меня ничто не остановит. А, не может быть, у меня есть соперник? То есть, все дело рук влюбленного бандита? Какой ужас. Ну, теперь, когда мы раздобыли руду, можно и возвращаться к кошке. Задание выполнено. И оп, 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 оп. Да. Так, это шампанские руины. Ой-ой-ой, я сейчас чуть не тупанул и не пошел к этому дракону. Нам нужно вернуться к кошелатке, не забываем об этом. Сокращаем путь. Кошелатка, это еще не все здание. Мастер-кузнец. Ладно, давай отнесем руду коши. А вот и вы. И чувствую, что у вас для меня хорошие новости. Вы даете особую руду коши. Превосходно. Мне нужно 5 минут навести на броню финальный блеск. Готово. Ого, это было действительно быстро. А знаете что? Я собираюсь подарить эту броню тебе. Спасибо вам за помощь. Броню коши. Если что понадобится, я всегда можешь обратиться ко мне. А теперь брысь отсюда. Мне ковать пора. Задание выполнено. 250 золотых у нас есть. Ништяк. Ништячок. И... Так, подожди, на броню нам дало, так? Броня коша. Она лучше, чем наша, поэтому... Вот, сделаем так. А теперь нам нужно понять. Доска объявлений. По времени у нас достаточно времени. Логично. Пойдем тогда сюда. Друг, кота рыболова. Мясо. Поехали. Мясо. Ну и кто это написал? Я! Ты же поможешь нам? Правда? А, поможем, конечно, мой тронутый бешенством друг. Один торговец продал нам прекрасное мясо, но мы его съели. Все, помоги нам найти еще мясо, прошу. Нам нужно мясо. Копать мой лоток. Она же сейчас кинется. Иди, найди мясо. Окей, пойдем искать мясо. Вы добываете мясо чудовища. Как думаешь, мясо чудовища пригодно в пищу? Погоди, ты что слышал? Армясо! Это что, они рычат? Шевели лапами, нам нужно побольше мяса. Так, сначала этих добью. Так, окей, все, бежим. Готово? Вы собираете больше мяса. Нужно срочно возвращаться, а вдруг они совсем голодают и тебя съедят. Меня съедят, смотри. Их стало больше. Вот ваше мясо. Точно так пахло то мясо, которое привез торговец. Ой, а что это вы все тут делаете? Ты слишком медленно работал, мы уже подумали съесть тебя. Шутка, просто шутка, ха-ха. Это не смешно, спасибо, вот возьми. Успех рыцаря. Куда не выполнено. 800. Не очень это было смешно, мне кажется. Мясо.
больше мяса, больше мяса, мясо, мясо. Мы съели мясо, высохшее под солнцем. Теперь нам нужно мясо из вечной тьмы. Мясо из пещер. Добудь его для нас. Мясо, 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 мясо. А если нет, мы съедим тебя. Съедим, съедим, съедим. Они сходят с ума, нам нужно добыть им это мясо быстро. Окей, пещера, пещера. Вот пещера, нужно перебить там всех монстров, нам нужно все их мясо. В путь. 10 уровень, озерная яма. Так, ладно, аркан не забью. Так, в руку, в руку, в руку. Так, урайки. Ой. А что за коровы выглядят как техники? У них атаки. А, они на физурон еще. Я не хочу проверять, сколько они домашних. Так, они хилятся. Коровы выглядят как кексики. Будем так их называть, кексики. Окей. Доспех. Но он не хуже, не лучше. Даже сказать хуже. Или лучше. Нет. Средненько. Очищено. Это должно хватить. Шевелись, или ты хочешь, чтобы тебя съели? Нет, нет, нет. Я бегу уже. Я вот уже лечу. Побежали быстрее. Кувырок, 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 кувырок. Ой, мне кажется, лева стало еще больше. Тебе не кажется? Мясо. Бери деньги и гони мясо. Меч рыцаря. Мяу, сюда. Ярышек, единственный в городе, кто остался в здравом уме. Прекрати снабжать их мясом. Но тогда они съедят моего напарника. Тогда надо провести их в чувство. Все началось с того торговца. Если это поможет сберечь шкуру моего напарника, так и поступим. Я подумаю, что делать, когда придумаю там объявление. 18 уровень, задание выполнено. Сколько уже монет? Уже под косарь. Мясо, кладчик. Поехали. У меня есть идея. Встретимся на том же месте и в тот же час. Рыжик. Мяу. Мне удалось собрать все странное мясо, пока никто не похватился. И если мы его сейчас выкинем, горожане больше не будут им питаться. Именно. Но я слишком ленивый, так что выкиньте его за меня, лады. Просто возьмите и закиньте куда-нибудь в кусты. Окей, кусты. Кусты, кусты, кусты. Вы выбрасываете мясо в кусты. Превосходно. Но теперь давай выберем место, куда можно подальше отсюда. Давай в эти кусты. Вы выбрасываете мясо в кусты. Отличный выбор, партнер. Теперь можно вернуться обратно и разыскать Рыжика. Погнали к Рыжику. Что-то тут слишком тихо. А где же Рыжик? Мясор! Оу! Этот монстр из вот того дома выбежал. Вы чё? Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Тихо-тихо! Что вообще происходит? А вы справились? Рыжик, что тут творится? Откуда эти монстры на улицах? Это все стряслось у меня на глазах. Все горожане превратились в жутких монстров. Чего? Это все тот торговец и его мясо. Мяу. Я подумал, что тут можно сделать... Что-то сделать. Следи за последними. Шли в лесу. Не знаю, не выполнено. У нас сразу два. Так, ничего не ударило. Окей. Мясопродавец. Торговец вернулся. На помощь, Рыжик. У Рыжика проблем. Давай поторопимся, напарник. Тут никого нет. Но, похоже, тут было нешуточное побоище. Я вижу еще один след. Шевели лапами. Нам надо найти Рыжика. С
Слишком я быстро все делаю. Ой, потом опять придется где-то прекратить сюжет, мини-сюжетную линию. Ой-ой-ой, отвратный враг, отвратный враг. Давай напаурник, чудо вообще сами себя не убьют. Сначала я разберусь с этим и пойдем. 20 уровень пещера, окей. Серьезно? Ух, это жестко. Тихо. Воу. Ага, невидимая стена у нас. Здесь тоже. Видите, волшебника? Волшебная мантия. Юбка волшебника. Так, готово. А кто у нас снизу? Дракон, кажется. Окей. Драконыч, я иду за тобой. А, это такой. Ой, где? Ну чёрт. Но он как враг отвратный. О! Да ладно. Золотой сундук. Уворки вперед. Так, броня мне пополнилась, это хорошо. Кулачки. Горите, кулачки. Очищено. Мы опоздали. Рыжика тут нет. Пошли осмотрим окрестности. Окей. Когда взял монетку? То чувство, когда взял монетку. Так, что по шлему? Блин, тут больше брони, ну, магический урон мне нужен. Поэтому у нас оставляю свой шлем, какой у меня есть. Еще два следа. Выбирай, по какому пойдем. Направо пойдешь, смерть найдешь. Налево пойдешь, долгий путь найдешь. Давайте пойдем к смерти. Ой, я правильно сделал, что с смерти, пипец, они жесткие, тихо. Хотя, можно попробовать. Оу. Почти ваншот, почти по мне ваншот. Мне это не нравится, ребят. Мяу. Это там Рыжик? Рыжик, ты как? Где торговец? Как ты выжил-то? Я думал, что после монстров и этого подземелья тебе конец. Рыжик, так это ты и есть торговец? Дракот выдал мне это мясо и пообещал, что я буду несметно богат. Ах ты! Ты... О, он превратился в кексик. Нет, только не ты. Нет. Пожалуйста, нет, только не ты. Прошу, нет. На милипусечках живу. Рыжий, кажется, и сам наелся этого мяса. Похоже, любопытство сгубило кошку. Хе-хе. Похоже, мы очередной раз разрушили планы Дракота. Ну и работочка. Да, работает еще там. Вот и клево. Кавайный меч. 20 уровень. Просто вышел на милишники. Мало, очень мало хп было. Пипец, мало. Ладно, эти уже более привычные. Там они попадаться таких, где они не могут. Утя! Блин, на 4 у меня. Готово. Так, нет, это я иду к боссу. А это я где?
Что-то я немножко заблудился. Ой. Так. Здесь у нас эти коты были. Так, так. Пещера, пещера, пещера. Но... давайте я посмотрю, сколько тут уровень какой. 10 уровень. Поблизости больше ничего, да, нету? Нет, там что-то есть. Так. Так, 10 уровень. Запоминаем. 10 уровень. 10 уровень. У нас уже 2 уровня, кто можем пойти. 2 города. Либо Бермудский треугольник. Здесь еще что-то есть. Да? Вот какая-то тоже пещера. Ну, пещера. 15. Не, здесь мы уже не пойдем. Короче, давайте с вами остановимся в Бермудском треугольнике. Если у нас еще останется потом время после Бермудского треугольника, пойдем в 2 города. Поэтому я здесь сохраняюсь. Видосики, как вы поняли, не очень длинные у меня получаются. От 20 с чем-то минут до 30. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем мяу, друзья. Всем пока.